Здравствуйте, дорогие друзья! Я хочу вам представить Центр русского языка «Азбука». В Тбилиси много языковых центров. Чем же будем привлекать слушателей мы? Во-первых, мы предлагаем вам традиционные занятия для групп, которые комплектуются в соответствии с уровнем подготовки слушателей. Для каждого уровня имеется свой курс изучения русского языка. Во-вторых, это специальные курсы, например, деловой русский, так называемый бизнес-курс. Вы овладеете специальной лексикой под руководством опытного преподавателя и с использованием лучших современных учебников и методических разработок. Разработан специальный блиц-курс «Разговорный русский», который позволит слушателям в короткие сроки начать коммуникацию на иностранном языке на начальном и базовом уровнях. Для младших школьников и подростков есть специальные программы обучения русскому языку, которые учитывают возрастные особенности и уровень языковой подготовки учеников. И еще одна замечательная новинка от центра «Азбука» – это курс для детей-дошкольников. Этот курс включает в себя обучение русскому языку в игровой форме с использованием современных методических разработок в процессе развивающих и языковых игр. Учитывая потребности слушателей, занятия будут проводиться не только в аудиториях центра, но и онлайн. Для онлайн-занятий дополнительно готовятся специальные онлайн-ресурсы на различных интернет-платформах. Это всевозможные видео, аудио и другие ресурсы. Мы предполагаем проводить конференции, тренинги и мастер-классы для преподавателей русского языка. Для этого планируется приглашать ведущих специалистов в области преподавания русского как иностранного. Кроме того, в планах центра проведение мероприятий и праздников в рамках культурологического курса «Знакомство с культурой России». Центр располагает прекрасной материальной базой, уютными учебными комнатами. У нас очень богатая библиотека. Наши преподаватели высококвалифицированные, позитивные, мобильные, применяющие в своей работе новейшие методические разработки, онлайн-технологии, которые готовы не только учить, но и учиться. Кроме того, для желающих получить международный сертификат по русскому языку есть возможность подготовиться к сдаче международного экзамена. Это все, что касается изучения русского языка. Помимо этого, наш центр предлагает занятия в различных клубах, которые способствуют творческому развитию взрослых и детей. Так, клуб любителей театра и театральная студия – это замечательная возможность для любителей театра встретиться, пообщаться, почувствовать себя актерами и даже режиссерами. В рамках киноклуба можно будет посмотреть шедевры прошлых лет, современные фильмы, обменяться мнениями и, возможно, даже подискутировать, встретиться с популярными актерами, режиссерами в онлайн-формате или непосредственно в клубе. В нашем центре есть замечательная библиотека, где можно выбрать интересующую вас книгу и прочитать ее в уютной обстановке. А для любителей и знатоков литературы организован литературный клуб. Вы можете не только обсудить прочитанные книги, но и получить совет по литературным новинкам, встретиться с авторами книг, получившими литературные премии и награды. В блоге нашего центра есть интересные статьи на разнообразную тематику, которые могут вас заинтересовать. Планов у нас очень много. Мы надеемся их осуществить вместе с вами, с нашими слушателями. Всех желающих ждем в нашем центре «Азбука». Приходите, вы не пожалеете.